Так, девчонки, хотела вам показать покрывало. Ну, это такое одеяло, покрывало. Мне выслала с Испании Лариса. Лариса — это моя зрительница. Она у меня покупала собачку. Эта собачка от нашей Люси. Самая-самая маленькая. Вот, наконец-то собачка добралась до Испании. И мне с Испании передали этим же перевозчикам, которым я отправляла собаку. Мне передали вот это покрывало. Я сейчас убираю, в общем, в доме. Поменяла постель и застелила. Вот, значит, оно вот такое по качеству, смотрите. Вот такое. А с обратной стороны оно, сейчас вам покажу. Отсюда покажу, вот так вот заверну. Вот, смотрите, девчонки, с обратной стороны оно вот такое. И можно и укрываться, и лежать на нем. Очень-очень приятное. Оно такое мягусенькое, вообще мягкое-мягкое. Я вот такими пользуюсь простынями. Мы спим на таких простынях. Сейчас я вам покажу, смотрите. Вот, видите? Вот такие простыня. Они тоже такие, как велюровые. Тоже очень хорошее качество. Турецкие, это дорогие простыня. Мы их так, ну, недешево покупали. Вот. И я их стелю. У меня они разного размера. И я вот такие вот все время застилаю. Зимой мы спим. И мы спим на вот таких. Потому что если я сплю на вот такого качества, ну, как знаете, как сатин или как там, к примеру, лен. Если я сплю на простыне с вот таким качеством, все, у меня болит спина. Я не знаю почему. Так что я пользуюсь вот такими вот простынями. Мы так ждали долго этой отправки. Вот честное слово. У нас переносилась эта отправка. Сначала должен был один курьер везти, потом подготовила там документы. Потом там не получилось, курьер заболел. Я начала искать другого курьера. Ну, в общем, это капец. Мы пока это все организовали, эту отправку, очень далеко. Во-первых, цены в Испанию очень дорогие. Ну, как бы отправить. Я и так бы все сделала, Ларис, без подарков. Ты же знаешь, я и так бы все сделала. Сделала бы эту отправку как бы по-любому, потому что собачка не продавалась, она была уже как бы для тебя, как бы так скажем, ждала своего часа, вот, отправки. Так что в любом случае она поехала. Собака была твоя, я же тебе говорила. У меня здесь комната, кстати, ребята, 24 квадратных метра. Вот, комната большая у нас тут. Это наша спальня с мужем. Вот. Ну и кровать большая, 1,90 м на 2. Вот, 1,90 м на 2. Немаленькая кровать. Очень красивое покрывало. И вот такие же, видите, две наволочки. Ну, эта подушечка маленькая, это моя. Это я когда-то из Германии привозила эту подушечку. Вот, а наволочки вот такие. Вот, смотрите, раз. Оп. Вот. Сейчас глянем производителя. Я даже не смотрела. Карамелло премиум. Ну, полиэстер, то понятно. Оно же мягенькое такое. Что оно там написано? Что оно написано? Сейчас почитаю. Производитель. Валенсия, да? Это же Испания, Валенсия. Что, как его стирать? 30 градусов, ручная стирка, машинка нельзя, сушка нельзя, гладить нельзя. Вот этот треугольник, вообще даже не знаю, что он означает. Кто знает, напишите мне, что вот это такое треугольник. Короче, стирать только на ручной стирке, 30 градусов. Ну, я тоже вот эти свои махровочки, которые у меня, да, я вам показывала, я их тоже ставлю отдельно, не совсем постельным, и ставлю их на ручную стирку в машинке, но на ручную стирку ставлю, без отжимов, там, поняли, как бы без сушки. Вот, ну, обалденно просто. Я считаю, она сюда очень хорошо как бы так подходит по цветовой гамме, да. И конфетки мне Феррера Роше передала. Ларис, спасибо огромное. Девчонки, я убираю, у меня вид рабочий, так что не обращайте на меня внимания. О, такая уже распатланная, так скажем. Ну, потому что наклоняюсь же, убираю пылесошу, мою. Если мне кто-то что-то высылает, всегда мне кажется, что я это не заслужила. Вот, говорю вам правду, как есть. Вот, я не знаю, может быть, это только у меня так. Даже не знаю, как мне
благодарить и говорить, как бы не могу найти даже слов правильных. Борис, ты знаешь всегда, что я подниму трубку, отвечу на любые вопросы. Если тебе что-то надо будет, в любой проблеме, ты можешь мне позвонить, я тебе помогу. Вот, спасибо тебе огромное за посылочку, спасибо большое тебе за любовь до Луночки, потому что, ну, я очень счастлива, что Луна попала именно к тебе в руки, именно в твою семью. Вот, я знаю, как Лариса любит своего собачку, у нее уже есть Йорчик, это вторая у нее собачка уже дома будет. Вот, так что я очень рада, что Луночка именно к тебе попала. Она так хотела, чтобы она к Рождеству, к Новому году пришло, но у нас отправка получилась аж после Нового года собаки. Естественно, посылку я получила уже с перевозчиком, тем, который перевозил собаку, аж через 2 недели после того, как ей доставили собаку. Но все очень долго, в общем, ребята. Луночка ехала 8 дней только в Испанию. Представьте, какую дорогу преодолела собачка, чтобы добраться до своего нового хозяина, до своего нового дома. Это очень далеко. Честно, Ларисочка, очень приятно. Спасибо тебе большое. Шикарное покрывало. Буду пользоваться. Принимаю с чистым сердцем. Принимаю с благодарностью. Вот. Не знаю, может быть, ей что-то нужно будет. Если что-то нужно будет, скажешь мне, я тебе вышлю. Вот. Спасибо тебе большое. Вот еще раз. Знаете, в бежевом тоне всегда клеила обои всегда в спальню. И никогда как-то не задумывалась, что тут будет красиво. И такого цвета покрывало. Но оно, правда, сюда очень идет. Мне нравится. Вот мне нравится, правда. Кстати, помните, я летом перетягивала кресло? Так вот они какие получились. Я просто уже не помню, показывала я или не показывала, какие они вышли. Я их сама реставрировала. Полностью муж мне их разобрал. Я красила, помните, эти быльца красила. Полностью делала их, обтягивала материей. Вот такие получились шикарные, ребята, 2 кресла. Сейчас покажу вам с той стороны. Вот. Полностью, вот видите, вот такая материя. Красивенная. Полностью они вот так выглядят. Она даже немного переливается, этой материей. Она такая интересная, знаете, как бы непростая. Ну, когда солнышко попадает, немножко вот эти вот листики, они как бы переливаются, как шелком, знаете, такой какой-то отлив, вроде бы они как с люрексом. Вот. Ой. Ой. Короче, у нас вот таких 2 кресла. Одно стоит у сына в комнате, одно здесь у нас в спальне в углу. Когда расстилаем постель, всегда я сюда кладу покрывало с кровати. Вот. Ну, такая красотень получилась, видите, вот. Ларисочка, спасибо тебе огромное за покрывало. Очень-очень приятно. Вот. Я рада нашему знакомству. Да, хотелось бы в других условиях познакомиться, да, чтобы ты была в Украине, ты была в Харькове, ты была дома. Вот, и мы бы с тобой познакомились. Ну, жизнь распорядилась так, что тебя, видишь, как жизнь забросила, куда ж. Вот. Я буду надеяться, что ты когда-то обязательно вернешься домой в Харьков. Вот. Все, дорогая моя, спасибо тебе огромное и пока-пока. Доброе утро всем. У меня 8 часов утра. Проснулись, заправляю кровать. Девчонки, знаете, что мне только что в голову пришло? Что я вчера, когда снимала вам видео, я неправильно ее заправила. Я его вот так положила, но думаю, почему белая часть у мужа длиннее, чем у меня. У меня было вот здесь короче. Я не могла этого понять абсолютно. Потом я разговаривала вечером с дочкой, и мне дочка говорит: мама, это, говорит, постельное. Ну, я ей показывала, она говорит, очень красивая вообще, ну, тоже очень понравилось ей. И она говорит: мам, это постельное, оно, говорит, стелится, у кого кровати без былиц, вот у меня былицы есть вот здесь, да, вот, а у кого нет былиц, поняли? Вот у меня быльце есть в кровати. А если бы не было быльца, то оно просто стелится вот так вниз и все. Почему оно такое длинное с этой стороны, поняли? Потому что не нужно вообще быльца здесь. Ну, в общем, кто понял, тот понял. Ну, в общем, вот такая вот редиска получилась у меня. Интересная. С этим застиланием кровати. Я подушки, у нас три подушки там, где, ну, как бы мы спим. Я их туда в середину заправила, видите, у меня тут еще вот такая подушка, еще одна.
Очень приятное качество. Лариса вообще бесподобная, очень мягенькая. Я покрывало снимала, мы им не укрывались. У нас есть пуховое теплое одеяло. Вот. Просто буду застилать. Я не хочу его уграть, знаете, не хочу под ним спать, чтобы 20 раз его постирать и выбросить. Оно мне очень-очень нравится. Спасибо огроменное. Сейчас вот так отдвину. О, смотрите, какая красотень. Вот видите, как оно должно быть. Настюша говорит, если оно у тебя длинное, в Америке делают вот так. Говорит, они вот так вот застилают кровать, а лишнее подгибают вот на вот эту сторону. Поняли, как бы? Ну, типа, как в ноги. Можно вот так подогнуть. Если там мех с той стороны, оно будет нормально тоже. Или же, говорит, там, где подушки подгинаются. Вот. Ну, это мне дочка сказала, говорит, мам, а у нее кровать просто king size дома, и быльца нету вот этого. И она говорит, мам, да это просто, говорит, ну, как бы так сделано. О, смотрите, девчоночки, о, можно же так, можно и так. Ну, типа, как бы, да, как ножки ложить на такое мягенькое. Ну, можно и так, а можно и... Ну, в общем, короче, все, я разобралась, потому что я вообще была в шоке. Думаю, как? Почему тут так короче? Там длиннее. Почему? Не могу понять. А теперь разобралась. Я знаете, что хотела вам показать? Какая у меня красивенная расцвела орхидея. Девочки, я сейчас вам покажу, вы будете в шоке. Так, с Юля на шубка висит. Юля в банк сейчас будет одеваться, поедет. Девчонки, смотрите, что это такое? Это просто вообще нечто. Гляньте на эту орхидею. Смотрите, что она выгнала, вот. Ну, это 1,5 метра длиной, если не больше. Я вам честно говорю. Смотрите. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, так нельзя делать. Смотрите, вот такая красотень. Гляньте. Королевская, просто королевская орхидея. Девчоночки. У этой орхидеи просто огроменные листья. Они у меня не влазят на подоконник. На кухонный подоконник, там, где все мои орхидейки стоят. Я ее сюда поставила на стол. Кстати, стол после реставрации. Смотрите, как смотрится. Шикарно, да? Стулья, гляньте, насколько теперь стали. Теперь, девчонки, мне, знаете, смотрю на вот эти стулья. И стулья, думаю, что тоже надо их делать. Потому что стол блестящий, а стулья такие, как бы, ну... Не очень блестящие, в общем. Думаю, их тоже надо будет, наверное, тоже так делать. Дело в том, что 6 стульев у нас. 6 стульев надо делать. Ты же не сделаешь 4 стула. Ну, надо по-любому 6 делать. Этот стол я же показывала, да? Он так раздвигается, становится овальный. Ну, в общем, просто хотела показать эту гигантскую. Гляньте, это просто, смотрите, девчонки. Это просто гигантская орхидея. Насколько она большая. Я просто в шоке. Я просто хотела показать, как она красиво цветет. Ребята, у меня спрашивали, что это у меня в углу. Это фонтан. Это надо снять, вот эту штучку. Уже новогодние праздники закончились. Вот. Это фонтан, он работает. Как бы туда заливается в середину водичка. И оно течет. И булькает. Очень приятные звуки издает. Он большой. Он где-то по размеру 1,60 м. Вот такой фонтан. Это подарили когда-то мужу на день рождения наши друзья. Ну, так как у меня дома коты, я никогда туда воду не заливаю, потому что если кошка прыгнет, ну, его можно перевернуть. Он такой, знаете, как бы, разве что его привязывать где-то в угол, а так он может легко перевернуться, и мне эти страсти не надо тут. Ларисочка, Сонечка, все, спасибо тебе огромное. Короче, 2 дня я его вот так вот крутила, пока разобралась. Но оно и так было красиво, скажите, как бы, да? Можно и так стелить, и так стелить, вот. Очень красивая. Ларисочка, все, Сонечка, спасибо тебе большое за подарок. Пускай радует тебя собачка. Я рада, что она попала в твои руки. Всего самого наилучшего. Хожу он еще, видите, в спальном костюме, не расчесанная, если я показывать не буду. Извиняйте. Расчешусь, потом покажусь. Все, дорогие мои, все, всем хорошего дня и пока-пока.